Если как историю посмотреть, 25 лет назад распался Советский Союз. 25 years ago the Soviet Union was crushed. Мы все оказались в нелегкой ситуации. Спустя 15 лет, 10 лет назад, мы с друзьями смотрели, что российский бывший советский спорт умирал. Мы с друзьями и наша энергетическая группа приняли решение на серьезном уровне финансировать возрождение нашего спорта. И первое, что мы сделали, это пошли по пути создания профессиональных команд, которые вступили в нас не было. Мы создали 6 профессиональных команд, включая, конечно, Катюшу. Это время оказалось непростое. Мировой энергетический кризис принес свои проблемы. So this time was never easy. Worldwide crisis also decided a lot. И Катюша, главная наша команда, была создана, конечно, только в основном под развитие российского велоспорта. Я достаточно часто в интервью говорил о том, что наша группа ИТЭРЭ Валенсии израсходовала, инвестировала в развитие велоспорта более 300 миллионов долларов за эти годы. So the group ИТЭРЭ has been financed or invested in this project around 300 million euros for 3 years. И 2 года назад стал вопрос, что мы будем делать дальше. And 2 years ago was becoming a question, okay, what will be the next, where will you go? Потому что нужно было следующий этап, или закрывать команду, или делать ее, исходя из профессионального принципа, как называется здесь профессиональный спорт, привлекая спонсоров. Yeah, so the choice was between to shut down the team or to make something new with the team. To make it the team more attractive for sponsor and continue the team with the new team. Я очень благодарен Алексису, Славе, они вышли с предложением нам, чтобы поменять совершенно другую идеологию и сделать команду совершенно профессиональной основой. So I would like to thank Alexis Chow and myself that we began with some ideas how we can create this team into something new. Создали Катюшу. So it's been 8 years, so the next year will be 9 years in the state of the life of the team.
Я рад, что у нас появился партнер в лице очень красивой компании Альпинсин, которая стала нашим стратегическим спонсором. I'm very proud and very happy that the company Alpinsin joined the project, believe in this project, and we all proud of it. Мы стали создавать бренд «Катюша». So we started developing brand of «Катюша». Мы создали «Катюша менеджмент», спортивную одежду стали выпускать, кафе «Катюша», много других интересных идей и получений. So we created «Катюша Sports», our